закончилось. Поехали. Всем привет. Как сказал Тимур, важно заниматься любимым делом. Мы выросли из кинокомпании и решили сделать подразделение, которое будет упаковывать, создавать бренды и усиливать те вещи, которые есть. Всегда важно со стороны посмотреть на свой бренд. Мы, как вот, создавая кино, знаем эту историю и советуемся всегда между цехами о том, как лучше продавать тот продукт, который ты знаешь изнутри. Потому что взгляд со стороны — это мощная всегда вещь. Давайте сделаем следующий слайд и сразу отсканируем наш QR-код. Телефоны достали все, пожалуйста? Да? Ну, Илюш, вот. Смотрите, как надо делать QR-коды. Сохраняйте контакты и сразу набирайте, звоните, пишите. Для инвесторов информация. Нам не нужны инвестиции. Класс, да? Мы пришли сюда для того, чтобы помочь вам не прогореть в том деле, которое вы решите вложить. Мы сделаем и поможем отбить те деньги, которые вы вложите. И классно поработаем. Со стороны людей, которые пришли как стартап, мы тоже готовы помочь вам с тем, как продавать вас. Наш коллектив. И следующий слайд — это откуда мы выросли. Ну, в общем, это мы делали, все понятно. И еще один слайд — кино. Наш первый проект «Все или ничего». Мы потратили 600 тысяч долларов, собрали уже больше 2 миллионов. Ежемесячно получаем дивиденды с этого проекта. И в будущем у нас выходят два фильма «Русский рейд» и «Хандра». Создавая сценарии «Миры», мы знаем, как сделать ваш продукт более продаваемым. Спасибо за внимание. Я такое впечатление, что просто так сюда вышел. Давайте, мне осталось 1,5 минуты. Всем привет, друзья. Переформатируемся, да, немного. У нас стартап-шоу. Вроде бы да. Что? Я вот думал, что экстра-м, но вообще стартап-шоу. Стартап-шоу. Можно пошутить сейчас, да, еще минуты 14? Даже нужно шутить минут с лишним. Ну, там, как стендап, можно, да, начать. Всем привет, меня зовут Илья, я еще могу вот так выйти, да, все должны сейчас аплодировать, и софиты на меня должны светить. А было у вас когда-нибудь такое, да, это на стендапе начинается? Так вот, давайте я все-таки чуть больше о нас расскажу за минуту. Мы создаем упаковку, брендинг, нейминг, мы можем помочь вашему бизнесу при вложениях ваших, соответственно. Сейчас на рынке дело в том, что существует порядка 70%, которые гибнут за год или за два. Вы сами это прекрасно знаете, эта статистика открытая, она есть в интернете, даже больше, наверное, 70%. Так вот, гибнут эти бизнесы зачастую из-за того, что они очень плохо упакованы. Мы не можем наблюдать, чем занимается бизнес, если у него нет хороших визиток, хорошей рекламной продукции, баннеров, визуалки, моушн-графики крутой, которая существует на рынке уже и которая доступна каждому. Главное обратиться, главное заказать и сделать из маленького финансирования, которое вы можете вложить в нас, достаточно большие проекты, достаточно крупные, чтобы люди обратили на вас внимание. Все-таки 2019 год на дворе, а уже совсем скоро 2020. Поэтому давайте вы просто подумаете над тем, хотите ли вы развивать свой бизнес или нет, хотите ли вы увеличивать продажи свои, а мы вам в этом поможем, вы обязательно можете связаться с нами, и, соответственно, мы поможем ваш бизнес, вашему бизнесу выйти на другой уровень и прекрасный продажи увеличить. Прекрасный стартап. Спасибо большое. Спасибо большое.